Всем привет! Вы смотрите Dionix Channel, и мы продолжаем играть в Minecraft. Сегодня 15 октября. Я разобрался с этим прокатным станом. Да, все-таки нужна была энергия, только я не знаю, из какого мода этот движок. Ну, по-моему, все-таки из самого Railcraft. Это Steam, ну, паровой двигатель, хоббист. Я не знаю, что это значит. В общем, скрафтил немного рельс. С ними мы продолжим заниматься уже потом. А сейчас мне нужно сделать две вещи. Какой-нибудь склад. Это, во-первых, где-нибудь вот здесь вот запилим. Такой импровизированный. А, нет, здесь у меня бесконечный источник. О, у меня место осталось в зачаровальне, значит, тут мы его и сделаем. И сделаем, наверное, какую-нибудь ферму. Но для начала все-таки это будет склад и будет хранилище для криозота, для криозотового масла. Для этого нам понадобится трубы, стекло и вообще много всякого барахла. Кому не нравится крафт, можете скипнуть, наверное, минут на 10. Потому что, ну, может не 10 минут, конечно, но это все-таки займет какое-то время. А недовольства со стороны подписчиков уже были. Так, первым делом давайте скрафтим пару сундуков. Просто скинуть туда хотя бы дерево и еще что-нибудь. Да, я сейчас начал строить уже ферму для овец. Такую импровизированную, но довольно, скажем так, довольно с размахом она будет построена. То есть гораздо больше, чем то, что мне в принципе нужно. Но зато это должно быть достаточно красиво. Ну, по крайней мере, с эстетической точки зрения. То есть это уже не нагромождение забора посреди поля. Для этого мне придется там выпилить кусок горы. Так, давайте начнем. А вот так, пожалуй. Я пока что не буду ставить ни полублоки никакие, ни ступеньки. Просто сделаю такой вот начальный вариант, дабы все это складывать. Сзади место оставлю для труб из билдкрафта. Может быть, поставлю логистик пайпс. Это, кто не знает, такие умные трубы, которые позволяют... Ну, я так понял, сейчас они работают, еще требуя энергию. Ну, в общем, они позволяют, как сказать-то, вызывать материалы из любой точки. То есть зашел в меню трубы, нажал там request, запрос на каких-нибудь алмазах, там алмазы две штуки, и они тебе приедут там, откуда ты их, собственно, заказал. Ну, кто смотрит Томаса, тот знает, о чем я говорю. Трубы очень удобные, я думаю, что мне без них просто будет никак не обойтись в этом летсплее. Но пока что я еще их не ставил, так как они, если я правильно, опять же, понял, а то они то ли в бета-тестировании, то ли в альфа-тестировании, то ли вообще не работают. Ну, посмотрим. Где-то зомби урчат. И мне это ни разу не нравится. Так как у меня тут много пещер, я боюсь просто, что зомби-то ладно. Вот если придет крипер и раздолбает мне половину всего, будет очень печально. Этот кусок надо снести. А, да, сейчас будет довольно нудная сортировка вещей, поэтому, если хотите, можете пропустить. Но, в общем, она не очень долгая будет, поэтому особо пугаться вам нечего. Так, этот сундук пускай будет для хлама. Так, сюда кабла. Сюда, так, там две кабла. Сюда пойдет, давайте, хлам всякий, растения сюда. Сюда положим землю, и сюда положим землю. Тут у меня будут всякие штуки из Railcraft'а. Здесь будут ценные ресурсы. Золото, железо, алмазы, лазурит и все остальное. Не могу достать кусочек земли. Печаль. Да, уголь. Уголь надо куда-то отдельно положить. Давайте все из Railcraft'а заберем.
Что-то у меня тут сундуки еще. Сундуки в сундуках. Да. Я вот сюда поставлю, чтобы просто действительно всякий мусор скинуть. Вроде заборов, там, сэндстоуна, прочие ерунды, которые мне явно не нужны сейчас. Так. Чего? А, да. Да-да-да. Рельсы. Криозот, все правильно. Фертилайзер. Тоже туда. О, да, дерево заберем. Нужно как-то приучить себя выращивать только деревья джунглей, дабы 20 видов не валялись по всем сундукам. Так как вот, когда сижу далеко от компьютера, их довольно сложно по текстуре отличать. То есть только по названию придется... Надо подвинуться немножко поближе. Придется наводить на каждый стек мышкой, что весьма и весьма неудобно. Так, в общем, буду хранить здесь все. Нет, 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 нет. Нельзя все это совмещать. Вот здесь будет forestry. Где-нибудь тут рядом поставлю industrial. Ну, в будущем. И buildcraft, наверное, здесь он тоже поместится. Так как эти моды, по большому счету-то, не такие уж и глобальные. Там Buildcraft тот же, он добавляет, например, трубы и карьер. Ну, там по мелочи филлер, по-моему, филлер называется. В общем, выравнивает. Такая штука, которая выравнивает местность. Мне бы, наверное, стоило ею воспользоваться для того, чтобы срезать тот кусок скалы. Но я вам честно скажу, мне так лень его строить. Мне так лень его крафтить. Он легкий в крафте, но мне почему-то лень. Мне почему-то проще вручную все это сделать. Так, что я делаю, господи? Где у меня все полезно? Да, вот без табличек, конечно, беда. Так, уголь я выложу вот так вот. Не думаю, что у меня его будет сильно много, но сильно мало тоже не будет. Это я могу гарантировать. Так, soul sand, криозот. Это оставим здесь, потому что ферму наростов мы, скорее всего, сегодня будем строить. Кости тоже оставлю, стрелы тоже, пожалуй, оставим тут. Rotten Flesh, да, пускай здесь будет. Порох, глаза. Так, для стрел побольше, потому что стрелы это все-таки расходный материал. Так, кирпичи, песок, обсидиан. Так, это тоже сюда. Отлично. Обсидиан это по большому счету тоже мусор, который мне сейчас не нужен. Редстоун нужен, конечно же. Кирпичи. Так. Ну, я думаю, можно здесь будет перемотать, или я даже, наверное, сам обрежу, если будет слишком долго. Это сюда, это туда. Нет, я, пожалуй, это буду потом в блоке как-нибудь упаковывать. Так что пускай пока так лежит. Так, ну и с этим сундуком практически все. Остались только вот эти вот материалы. Так, здесь порядок. Теперь этот сундук. Тут будет попроще. Да, мне говорили скачать какой-то мод на сортировку инвентаря. Не хочу, просто не хочу. Мне это не требуется в данный момент. Так, что еще из ценного? Более-менее. Да, золото. Мост стал ценный. Верите или нет, но ценный для меня. Так, железо. Железо уже можно сейчас в блоке упаковывать. Так, алмазы, слаймболы. Так, для этого, наверное, так вот отведу место. Золото тоже, я думаю, будет много, когда поставлю карьеры. Карьеры я все-таки буду ставить, потому что, когда будет индустриализация, мне все равно их придется ставить. Так, ну еда, наверное, пускай остается здесь, я все равно кушать-то где-то тут буду. Да, я не все скинул. Так, коксовый уголь сюда. Блоки
Нет, не переработанную руду, наверное, отдельно сложу. Так, кожа, седло, динамит. Мостоун не выложил. Да, вообще. Ну, конечно, ценный, но... Сэнд — это песок. Песок мне нужен. Еще сырая еда, еда. Теперь, наверное, семена всякие надо будет перекинуть. Цветочки, цветуёчки и т.д. и т.п. Так, лесенки. Тоже мне ступеньки не нужны пока что. Но скоро они мне пригодятся. Я думаю, постройки фермы они мне пригодятся. Ничего необычного. Наверное, многие подумали, что будет что-то там прям такое супер-пупер автоматизированное. Нет. Ну, кто-то наверняка подумал об этом. Может, не многие, но кто-то подумал точно. Просто большой такой ангар, где будут овцы и минимальная, наверное, автоматизация процесса. Так, отлично. С этим сундуком практически все. Осталось разложить только инструменты. Так, лопаты, мега-кирка, эта штука и флинт. О, теперь чистота и порядок. А теперь давайте скрафтим... какие же трубы мне нужны? А, черт, я совсем забыл. Мне нужны, во-первых, деревянные ватерпайпы. А они крафтятся из кактусов пережженных. И тут... да. У меня полная пустыня кактусов. Так что, если что, я за ними просто потом сбегаю. Выключу видео и сбегаю. Так, скидываем. Сделаем вот так. Такой хитрый финт. Блин, я весь уголь, что ли, скинул. Не даю. Наоборот. И точно. Чтобы быстрее переплавлялось, разложу по 8 штук в 4 печи. Тогда за единицу времени получится более быстрая переплавка. То есть не по очереди 32 штуки, а как бы 4 штуки за раз. Все равно у меня печей очень много. Так, далее. Нам нужны обычные деревянные трубы. По-моему, крафтятся они вот так. Нет. А как же тогда? Нет, точно нет. Может так? Да, точно, вот они. Wooden Transport Pipe. Далее. Далее мне нужны... Кто у меня там были? Трубы? Не трубы, а где-то у меня там был камень в сундуке. Так, сейчас заодно покажу тот кусок горы, который мне придется выпилить. А, черт, блин, я еще и еду не взял. Ну, отлично. Еще и мобы. Еще и пауки тут всякие лазают. Да, вот этот вот кусок горы мне придется спилить. Я не побегу сейчас туда, потому что там товарищ ждет. Ну, в общем, довольно много придется срубить. Но не думаю, что на это у меня уйдет слишком много времени. Я бы даже сказал, слишком... Так, черт, это ведро. Оно не выливается, ничего с ним не происходит. Так, что у меня тут еще? А, земля, кабала не надо. У меня сейчас этого будет в достатке, потому что вот с этой горы ресурсы пойдут просто потоком. По крайней мере, кабала и земля точно. Давай, быстрее, ползи. Так. Каменные трубы. А побольше сделаю. Пущай будет. Лишним оно точно не станет, потому что эти трубы любят кончаться в самый неподходящий момент. Даже вот так. Да, целый стак. А, то у меня тут была еда. Можно было бы, конечно, сделать золотое яблоко, но не до этого. Немного не до этого.
Так, нужно золотые waterproof'ы, транспорт, water. В общем, золотые трубы мне нужны. А знаете, побольше. С запасом. Пускай будут, они все равно мне когда-нибудь понадобятся. Так. 16 обычных. А сейчас как раз-таки закончил переплавляться краситель. Из которого я сделаю вот такие вот ниточки. Ну, все трубы я, естественно, переделывать не буду. Так, и каменные. А, да, и пару железных еще нужно. Я железо... Да что такое? Сегодня я совершенно не готов ни к съемкам, ни к крафтам. Да, не готовьтесь. Я буду много открывать сундуки. До того, как... До того, как что? Я забыл. А, да, до того, как развешу таблички. Конечно же. Так, мне еще надо несколько направляй. Что со мной сегодня не то? Так, еще нужно направляющие трубы, которые также... У меня кончились нитки. Окей. Давайте переплавим еще пару кактусов. Где они тут были? Это вот тут, кажется, да. Да, мне сейчас придется остановить съемку, сбегать до пустыни, дабы добыть еще больше вот этих вот самых кактусов. Увидимся через пару секунд. Ну что же, я возвращаюсь домой. Был в пустыне, нашел там даже спавнер рядом с деревней. Причем-то спавнер скелетов оказался. И я сейчас понял одну интересную вещь. У меня не хватит редстоуна. Банально. Да, надо было ее все-таки собирать. Но на тот момент он мне не нужен был. Поэтому сейчас мы с вами докрафтим то, что сможем. Наверное, даже поставлю просто обжигаться. Кактусы. О, черт. У меня тут осталось его немного. Интересно, откуда? Ну, неважно. Поставлю обжигаться кактусы и пойдем исследовать, в конце концов, нашу заброшенную шахту, которая у меня находится под домом, в которой я, по-моему, так и не был больше. Там должно было остаться много редстоуна и вообще много других полезных ресурсов. Так что к черту все, что я на сегодня запланировал, и как бы вынужденно к черту посылаем это, идем добывать ресурсы. Но это, наверное, даже веселее, чем обычное строительство, потому что это чертова пещера, там может быть все. Так, значит, так, давайте сложим сюда все это дело. Потом рассортирую. Так, куда я... А, да, вот сюда. Обязательно к приходу, ну, или когда закончу снимать видео, все это... рассортирую. Сейчас даже сделаю, наверное, так. Что мне тут за кирка? Да, возьму вот эту кирку. Броню брать не буду, она мне просто не нужна. Лук тоже оставлю этот. Мечи у меня тут слегка покоцанные. И возьму еще одну зачарованную лопату. Она мне на фортуну 3. Я не знаю, зачем она мне нужна, просто... Нужно ее использовать, в конце концов. Так, надо взять твердых блоков. Надо взять с собой маленькое дерево. Вот. Стака хватит, я надеюсь. Так, жрать мы будем зомбятину, потому что ничего другого у меня просто не осталось. Поэтому надо будет думать как-то о ферме пшеницы и всем таком прочем. Ну и давайте отправимся... Сначала факелы скрафчу. Хотя бы чуть-чуть. Отправимся с вами за приключениями. Приключения у нас были где-то вот в той стороне. Я надеюсь, что вы не слышите телефон, который опять какого-то хрена звонит в 10 вечера. Потому что звонит он, собака, громко.